Битва с голландцем. Джек, разве это корабль Дэви Джонса? Это рухлядь вряд ли. У старого Дэви не лучшие времена, но он не станет плавать на корыте. К тому же это мелочь, а настоящий голландец. Огромный, зловещий, осклизлый корабль, монстр. Что-то вроде этого. Вот это голландец. Уилл, у Дэви Джонса ключ от сундука с его сердцем. Захвати сердце и победишь Джонса. Как ты остановишь их? Джек, воробей! Вот и отгадка. Они побегут за мной, а ты на голландца. Достань мне ключ. Так. Нужно сражаться вот с этими противными товарищами. Тихо-тихо. Вот такой у меня новый комбо-удар. Денежка. Ой, его зарубили. Черт. В общем, нужно не забывать про Уилла. Пойти надо помочь ему. Он где-то вот здесь наверху. Один сидит, ладно. То есть надо не пускать их сюда, чтобы он убежал на голландца. Вон идет, идет. Сейчас. Не подходи к нему, ты что? Слепая старушка. А Уилл что, сам-то не может сражаться, что ли? Опять идет. Да подождите, мне вот этого надо зарубить. У кого болезненный вид? Давай бегом, Уилл, бегом на голландца! Ну, наконец-то. Сидел там полдня. Так. Твоя теперь управление за Уилла. Тихо. Если бы забыл... Рыбёшки, тихо. То что они пинаются? Курочку оставил. Молодец. Ой, сколько вас. Мечом нужно рубить людей. Подождите, возьму монетки. Еще курочку дали. Это слишком просто. Да когда ж вы помрете-то все? Рейтинг морской шакал. Выспись и приходи снова. Выспись, в натуре. Открылся проходик. Тут есть что пособирать. Вылезайте. Да кто тебе сказал-то об этом?
Я в ударе, король пиратов. Может, тебе голову напекло? Так, у меня тут, да, мишки остались. Здесь чё, кто? Все померли. Я тебя в колбасу изрублю. Может, я тебя? Не стоит обольщаться. Стесняешься своего вида? Курочку дайте, да. А то что-то у меня плохо со здоровьем. Люблю побеждать. Вот две курочки. Отличненько. Даже пираты у меня плачут, как маленькие. Как маленькие дети? Плачут-то почему? Глядя на тебя? Страшные вы все, как Хиросима. Тихо. Подождите, вы что-то напали на меня. Со всех сторон. Если выживешь, пойди прими ванну. Да блин, вот пока с одним дерешься, второй пытается зарубить. Тебе нужно больше заниматься. Так, нужно выпустить их. Так, конечно, бегите. Я сегодня добрая. Вы призрак, но моя шкура спасена. Быстрее! Надо выручить остальных ребят! Сейчас выручим. Благодарю вас, милостивый государь. Теперь нужно найти остальных. Так что их искать-то? Вот они все сидят. Даже не верится! Свобода! Бежим за остальными! Бежим. Добежали. Слава богам, я спасен. Теперь за остальными. Так, ну что, я пойду наверх. Тут вроде бы все дела закончились. С удовольствием проткну тебя. Не получится у тебя. Эй! Жаль, что я не могу... Нет, я с этим сражаюсь, он меня рубит в спину. Как это называется? Дайте курочку, у меня что-то одна всего. Услышали меня? У вас все такие молодцы. О. Сейчас протяну щупальца. Это будет слишком просто. Какой щупальце он собрался протянуть? Эй! Держать меч? Да. Позанимайся. Убил такой его. Ну, денежки. Амулеты-то где вы прячете? Так, беги туда, говорят. Бегу.
радостью пойду. Не дам тебе договорить, извини. Может, тебе голову напекло? Напекло, напекло ему точно. О, амулетик. Так, беги, говорит, туда. Ключик. Я тебя знаю. Назад! Стой. Мы знакомы? Можно и так сказать. Отец? Я думал, ты умер. Хуже. Я должен отслужить свой срок матросом у Дэвид Джонс. Пойдем со мной. Не могу. Я должен отплатить. Я связан обязательством. Но ты можешь бежать. Я не брошу тебя. Я вернусь за тобой. Обещаю. Я тебя... Так, повстречался с папой. Отлично, тут что, две вот такие жабы? Ой-ой-ой! Тынс! Как он меня? У меня 54 осталось. Тебе нужно больше заниматься. Так, ну все, нормальненько. Бац. Даже пираты у меня плачут, как маленькие детки. Плачут, когда видят тебя, страшилище. Попробуй меня удивить. У вас все такие молодцы. Так, кто тут у нас? Спёр ключик-то. Он спёр мой ключ. Ключ от сундука с моим сердцем. Я тебя из-под земли достану, Джек Воробей! Тебе не спастись от морского чёрта! Ключ, Джек! Я взял его! На тортугу, Джек! Знаешь старое правило? Никогда не помешает заскочить на тортугу. Так, открыт Дэвид Джонс. Выполнено. Тише воды ниже травы, у меня не выполнено. И... чего там? Золото. Комбо-удар не выполнен. Я амулеты не нашла. Что поделать? Думаешь, Элизабет здесь? Почему бы и нет? К тому же здесь полно пиратских капитанов. Так, что тут надо поговорить? Как же я ненавижу твою идиотскую ухмылочку. Пошел к черту. Хрясь! Фига себе. Курочка, это да. Это пригодится. Так, мне нужно... Что он хочет? Здесь еще найти капитанов? Чтобы позвать на собрание? Амулетик. Супер. Вот золотишко только он зачем собирает? Вот даже здесь вот в игре нигде не применить. Просто для количества. Не купить никакой апгрейд на него. Сейчас и дополнительную жизнь. Убить пирата — большая честь. Да что вы говорите?
Ой! Ой! Сегодня просто не твой день, дружище. Я не стану тратить на тебя время после того, что ты сделал. Тыц! Такая громкая затрещина. Так. Тут женщины о чем-то беседуют. Тут еще одна. Мадам. Даже не думай об этом. Ты и так слишком много думаешь. Надували, короче, Джеку. Мои дни на этой земле сочтены. Приготовь. Я не пойму, почему пираты-то на меня нападают. Ну, ладно, там идти. Как их? Солдаты-то которые. У них долг такой. Замочить пирата. А вам-то что плохого я сделала? А женщина, смотрите, рубит, а им хоть бы что. Бессмертные. Я не связываюсь с мужиками вроде тебя. Ненормально. Бубац. Так, вон там еще. Нужно поговорить с мужичком. Вот он. Ждет, стоит. Эй, дружище, не признаешь меня? Еще бы. Я ведь был каким-то жалким пиратишкой. Но ведь ты сам освободил меня из крепости. Денежку дал. Так. Баба лучше опять. Не показывай здесь свою несчастную морду. Ужас. Всего избили. Так. Что-то хочет вот этот вот мужичок. Слушай, к тебе вроде должны достать партию рома. А, да-да-да, это тот товарищ, который они сперли ром-то. Ну и Элизабет тоже мы ищем. Нет, зато в гостинице полно девочек. Сечешь? Нет, а про ром? Что если да? Я знаю, ребята, головорезы. И не сейчас. Я помог добыть ром. Скорее, они уже собираются выгружать ром. Иди договорись с ними. Понятно. Пошли. Этот предложит сыграть. Это я помню. Сначала схожу. А, нажрался. Не узнает. Развернулся и пошел вон. Попац. Плюс 50. Так, так, так. Только одно слово. И это слово убирайся. Да что вы, дамочки? Что с вами? Дубасят все время его. Так, мне тут надо найти кого-то. Кто-то трон-то носит. Так, тут что? Амулетик. Супер, я все амулеты собрала. Эй, спасибо за помощь в Порт-Рояле. Получить свою долю. Просто дайте мне долю. Конечно, дружище. Подожди-ка минутку. За ним, ребята. Что за дела? Где моя доля? Так я не поняла, а где моя доля? Из них должна посыпаться. Ты меня пугаешь? Проблемы со здоровьем? Эй!
Зачем они рубят меня? Подождите, мужики, тут золотишко есть. Как это неинтересно? Зашибись. Подожди, деньги возьму. Да сколько вас? Появляются и появляются. Морской шакал. Дерется как морской шакал. Прикольно. Нет, вы что, бесконечные что ли? Первый раз дерешься. Не повезло. У тебя болезненный вид. Что-то я не пойму. Они мне обещали долю за ром. И пытаются замочить. Что за люди такие? Да отстаньте. Это кричит, что моя мамочка была бедная, слепая старушка. Может быть, я слишком хорош для простых? Прочку дали. Кончились? А доля? Киданули, короче. Паразиты. Ты что, сдурел? Нравится, когда тебе морду бьют. Не стала больше бить. Давай, приятель. Картишки, ну давай сыграем в картишки. Вот такое еще мини-задание. Раздающего делают ставки вслепую. Деньги 50. Чего это? Заставляет одного из противников повысить ставку. Ладно. Ставлю. Тут хоть озвучена эта игра, в отличие от костей. Отвечаю. Ладно, отвечаю. У меня 9-4. Думаю, я отвечу. Позорные какие карты. Вот как? Чек. И что это вот такое? Вот как. Чек. Чек. Ладно, чек. У меня вообще нету даже пары. Пропускаю. Ладно, чек. Чек. Блин. Ладно, чек. Поднимаю. Я буду пасовать, потому что у меня вообще пар даже нет. Как ни прискорбно, эти ставки я не потяну. Я выхожу из игры. Ставка. Чек. 10. Ну и правильно, что вышло. Чек. Вообще ничего нету. 3, 4, 9, 7, 10. Одна пара. Благодарю за партию. И легкий выигрыш. Тетенька выиграла, блин. Ладно. Ставлю. Вот и все. Я выхожу. Что-то тут вообще сдался. По мне. Вот как? Чек. Вот как? Чек. 4-5, опять какая-то кажется, лажа. Пора поднять ставки. Что скажешь? Ну чё, понадеемся на Сдаюсь. Последнюю карту. Ладно, чек. А, блин. Вот как? Чек. Ну и чё там, вот дама? Как? Чек. У меня пара. Ставлю. Ну, наверное, я подниму.
ставлю. Блин, она тоже ставит. Что у нее? Я выиграла. Хе-хе-хе. У нее четверки, у меня дама. Мерси за партию и легкий выигрыш. Посмотрим. Думаю, я отвечу. Туз король. Ну, неплохие карты, туз король. Ставлю. Пора поднять ставки. Это ставка по мне. Хорошо, я отвечу. Ставка. Чек. Блин. Лапа. Чек. Вот как. Чек. Чек. Мне бы десяточку. 2, 3, 6, 10. Король одной масти. Нет, ладно, у меня чек. Ни одной масти. Так, ладно, что-то чек. Похоже, я проиграю. Что тут вообще, меня не пара, чек. Ничего нет. Ладно, чек. 2, 3, 6. Почему у меня король-то вот не буби? Вот как? Чек. Так, у меня пара королей. Поднимаю. Я выхожу из игры. Давай, давай. Эти ставки мне не по зубам. Я пас. Чё, все сдались? 40. Нормально. 90 у меня уже. Посмотрим. Думаю, я отвечу. Ставлю. Поставим сначала немножко. Вот как. Чек. Чё там у нас? Фигня какая-то. Ладно, чек. Чек. Ладно, чек. Вот как. Чек. Король. Вот как? Чек. Что-то у меня стрёмные картишки. Ладно, чек. Вот как? Чек. Чё вы все чек-чек? Чек. Боитесь, да? Вообще вата. Чек. Вот как? Чек. Можно было бы, в принципе, чек. Выйти. Ладно, чек. Все начекались. Старший лодок вообще ни у кого нет пар. Старшая карта просто и все. Туз. Благодарю за партию. И легкий выигрыш. Ставка. Это ставка по мне. Ну, отвечу, чё. Посмотрим. Вот как? Чек. Ладно, чек. Так. Две семерки. Чек. Небожнецкий как-то. Чек. Вот как. О, чек. У меня две пары. Ладно, чек. Можно поднять ставку. Ладно, чек. Наверное, я подниму. Я пас. Ставка. Так, у этого еще что-то есть, что ли? Хорошо, я ставлю. Чек. Чек. Ну, у меня все-таки две пары. Надеюсь, я выиграю. Ставлю. Поднимаю. Это ставка по мне. Блин. Я выхожу из игры. Так. Ну и что там? Я выиграла две пары, ха-ха-ха. С вами приятно иметь дело, друзья. Чао. Чао, какао. 140 у меня. Ставлю. Думаю, я отвечу. А мы вот так. Вот как? Чек. Что за карты? 2, 6. Стой. Кажется, пора поднять ставки. Согласны? 2 девятки. Ставлю.
Что ладно. Скажешь? Отлично, я отвечу. Ладно, чек. У меня две пары. Супер. Ладно, чек. Я вам 12 не могу поставить. Вот как? Пускай. Чек. Чек. Вот как? Десятка. Чек. Вот как? Чек. Ну, две девятки, две шестерки. Нормально. Чек. Ладно, чек. Скрываемся. Блин, а у него тузы. Так приятно отвести душу в хорошей игре. Ну ладно, у меня самое больше всего. Ставка. Я ставлю. Что скажешь? Посмотрим. Посмотрим. Поднимаю. Посмотрим. Раскошеливайтесь, ставка. Давайте. Это ставка по мне. Вот как? Чек. У меня пара. Правда, какая-то... Пора поднять ставки. Тухленькая, но все-таки пара. Моя игра закончена. Сдаюсь. Давайте, все сдавайтесь. Ладно, отвечаю. Ладно, чек. Валет. Чек. Вот как? Четверка. Блин. Ладно, чек. Что там у нее, интересно? Черт, у нее пятерки. Отличная партия. Блин. Клянусь богом. Говорю же, у меня тухлая пара. У нее 58. Удивиться-то. Вот. Туз, я валет. Я выхожу из игры. Отличненько. А, поднять? Поднимаю. Хорошо, я ставлю. А мы вот так. О, отлично. Туз. У меня вообще две пары. Чек. Чек. Давайте, поднимайте. Чек. Отдайте мне ваши денежки. Жалко, девица вышла из игры. Ладно, чек. Ладно, чек. Ладно, чек. Не хотят деньги отдавать. О, ну вообще. Как поднять? Вот как. Чек. Вот как. Чек. На три пары. Вот как. Чек. Отчекались. Отличная партия, клянусь богом. Я выиграла, ха-ха-ха. 134. Пират 2 проигрался в пух и прах. Мне осталось 2 круга. Ха, поднимаю. Мулет король. Ставлю. Вот и все, я выхожу. Че она не играет, засранка? Ладно, чек. Вот как? Чек. Вот как? Чек. Блин, ни одной пары. Чек. Может, у меня будет старшая карта. Чек. Вообще вата. Ладно, чек. Ну, 16 монет проиграет, в принципе, не страшно. Да, у него пара есть. Благодарю за партию. И легкий выигрыш. Да ладно. Вот у меня последний круг осталось. 118 вот у меня. Так. Посмотрим. Ну, поставлю. Ставки. Что делать? Ладно, отвечаю. Это ставка по мне. Вот как? Чек. Так, пропущу чек. Пока. А, поднимаю. Ладно, отвечаю. Блин, ну отвечаю. Поднимаю. А, черт, она сейчас все выиграет.
А-а-а, что делать? Ладно. Хорошо, я отвечу. Что у вас у всех там? Вот как? Чек. Один. Чек. У меня нету ни одной пары. Чек. У меня флеш. Точно. 5, 6, 7. Валеты, 9. А у них по 2 пары. Мне пропёрло. И легкий выигрыш. Супер. 190 у меня. Двоих вообще в хлам разорило. Все, задание выполнено. Такс. Это меня било уже? Явился, не запылился. А я-то думала, что тебя сожрала какая-нибудь неразборчивая акула. Нет, еще похоже. Врезала. Есть у кого-нибудь ром? Я бы с удовольствием накатил. Можно мебель поломать. Пока я жив, не видать тебе капитана как своих ушей. Пока ты жив. Заметь. Тебе за мной не справиться. Живая легенда. Хороший рейтинг. Ты-то откуда тут выбежал? Сидел бы там. Золотишко не собираю, некогда пока. Вот если только вот так по пути попадется. Тебя так увеличило, что моя мамочка была бы безумно бедна. Слепая старушка. Тихо, мужики, спокойно. Со всеми поговорю по очереди. Давайте сломаем мебель. Первый раз дерёт. Так, свалил главарь-то пиратов. Проваливай отсюда, да поживее. Поворачивайся и пошёл. Ещё одно. Да ты что? Надеешься, что я забыла нашу последнюю встречу? О, меня все надубасили, отлично. Выполнено задание. Куда свалил? Госпожа Чин, сколько лет, сколько зим? Джек Воробей. Как всегда, мил. Вы помните, мило? Тогда я напомню вам о встрече на Совете Пиратов в одном достославном городе. Эдуард, будь так добр. Избавь меня от этого мальчика на побегушках. Может, убить его? Боюсь, что тебе не повезло встретиться с капитаном Джеком Воробьем. Я главарь пиратов, а ты — ничтожество. Ничего себе, оскорбили по-всякому. Не хватает мне качки. Пора возвращаться на корабль и в открытое море. Как же мне тебя шибануть-то?
Есть. Ну давай. Топчутся такие. И как тебя не схватить? Так, получай. Тынц. Ну чё ты налетел-то так? Неожиданно. Так, нажимаем, 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 нажимаем. Есть. Джикотня опять началась. Чё? Супер. Надо сразу ставить блок, он нападает как неожиданно. Вот так. Да что ты прямо, я не знаю. Тынц. Сколько можно тебя убивать? Что у тебя, бронежилет там? Готовченко. У меня выдался свободный вечер, госпожа Чин. Прости, Джек Воробей, но мне нужно собираться на совет. До города путь не близкий. Понимаю и удаляюсь. А вот и Элизабет. Элизабет! Кажется, твоя подружка нашла себе развлечение. Я убью любого, кто тронет ее. Так. Пока все идет хорошо. Джек, уходим! За нами гонится толпа пиратов! Возможно, ты прав, дружище. С удовольствием так. Тебя убью. Гонится толпа пиратов. Где? А, вижу, вижу. Действительно, толпа. Не стоило тебе со мной связываться. Че вы меня со спины-то фигарите? Пока одним занимаешься, эти подбегают сзади. Безобразие. У тебя болезненный вид. Так. Откуда ты взялся, дурда? Денежки, денежки. Ничего не оставил? Да.
Да сколько вас можно убивать-то? Сочувствую. Сладкий вкус. Все, угомонись. Победы. Дерешься как инвалид. Можешь звать. Да что вы говорите? Ну что он там собирается помирать-то, нет? Все. Смотри-ка, я не совсем заржавел в этом каземате. Приказал долго жить. Пособираю еще монетки. Хотя вот я же уже говорила, что они бесполезные. Подождите, не все сразу. Можно, кстати, вот тут, если стоять, то вот так в бочку пират упадет. Че, еще кто-нибудь хочет бочку? Сюда вот. Ну давайте. Есть. Что, на мечах рубиться не приходилось? Цель, это я. Видишь меня? Я тут. Да блин. Подлючие пираты. Дайте. Я не могу ее взять. Она почему-то там появилась далеко. Курочка. Не могу до нее дойти. А, и тут тоже не могу взять. Блин. Несправедливо. Надеюсь, тебе понравилось. Три курицы! Вот. Офигеть. Как инвалид. Тебе со мной. Ой, блин, как ты меня заколебал, бессмертный. Да ты под мухой? Он еще и под мухой. Еще и обзывается. Инвалидом называет. Все. Муха, ляг, отдохни. Мне на корабль, да, я вижу. Не буду я там эти деньги собирать. Бессмысленные. Что-то не так, Джек? Мой компас в последнее время барахлит. Да вроде работает. Что? Куда это вы, мистер Норрингтон? Ваше спасение на этом закончено. Лежачих не бьют, воробей. Лежачих не берут в команду. Если ты способен устоять на ногах, что ж, добро пожаловать на борт. Поднять якорь! Полный вперед! И уступите штурвал мистеру Тернеру! Так, хороший у меня рейтинг. Элизабет Свон. Не выполнено, только у меня тут что-то с Ромом. Опять какие-то проблемы с тем, но все выполнено. Хорошо. Выполнены все мини-задания.